Добрый день, мои дорогие зрители. Я уже говорил, как истинный блогер сидит дома, чем-то занимается и навострил уши, где, что, как и происходит на полях. Ну и тут сегодня, наконец-то, поле более-менее подсохло. И вон там вдалеке, рядом с кустами, появляется тракторок массы Ferguson. И, можно сказать, вот это поле, первые испытания идут новокупленного плуга Кверниланд. Мальцы купили соседи, просто говорят, был трехкорпусный, но тут подвернулось предложение такое, что не могли отказаться. И вот приобрели бэушный плуг, четырехкорпусный, и сейчас первые испытания идут. Итак, комплект для обработки земелюшки, то есть спашки. Трактор массы Ferguson 3080 марка, 6 цилиндров, мощность 100 лошадей, без турбины. Передняя навеска, и на ней самодельный отвес 600 килограмм. Потому что сзади вы видите, что за конструкция. А конструкция называется плуг реверсный марки Кверниланд ES95. Так мы нашли на раме. Вот на раме. Тут, наверное, только все наоборот перевернуто. Значит, плуг регулируемый, реверсный. Регулируется ширина от 30-35, наверное, сантиметров на один корпус до 48. Парни поначалу выставили 48 сантиметров максимальный захват каждого корпуса, ну, на 4 умножьте, и глубину 25 сантиметров. Но каравай оказался не похари. Довольно тяжко шел трактор. Все-таки только 100 лошадок. И сейчас он перерегулирован на 40 сантиметров и глубина 22 сантиметра. Ну и вот такая пахота. Тут пашется под огородик на чеснок. Тут с краю, кажется, ну вот криво пашет. Но там посередине поля довольно такая серьезная низина. Свойство почвы меняется. Там идет под низом коллектор дренажный. Я знаю, паши как хочешь. Но вот когда идешь вниз и в низину, потом в горку, появляется живот. Но когда заканчивается поле, тогда это все исправляется, и ничего страшного. Поле было уже один раз дискатором обработано. Ну, просто было предусмотрено сеять все поле пшеницы, и вот она рядом тут уже посеяна. Но потом решили оставить на огородик на чеснок. Вот такая техника, не новая, вся старая. Трактор, ой, даже не буду врать, какого года. Плугу где-то 10 лет. Перед каждым корпусом отрезной нож такой зубчатый, колесо опорное, ну и все как положено. Ну так, тут видно, поле такое интересное. Возвышение, потом низина. Низина, когда мокро, вообще непроходимо, лужи стоят. Но сейчас подсохло, тракторок справляется. В общем, я уже спрашивал, на какой скорости пашет. Он говорит, вот по-ровному из горки 8-8,5. На подъем скорость падает до 7-7,5 километров в час. Ну, трактор, да, 100 лошадок. Нелегко ему, но я бы не сказал, что и он очень помучился. Да, подпрыгивает с задискованного поля, но вперед идет уверенно. Тут конец поля. Подъем будет. Разворот луга на 180. Разворот трактора на 180. Вот этот такой, как бы, и минус, и плюс реверсных плугов. Что пашешь с одного края, но на разворот немножко времени уходит. Если бы обычным плугом, ну как, если не стараться качественно пахать, просто летишь и летишь по кругу. Ну тоже, если хочешь качественно, тогда круг большой, чтобы не было разоров, свалов.
А тут, ну как есть, как получается, так и пашется. Тут была, тут был пырей. В общем, ничего не было посеяно с весны. Потом дисками два раза обрабатывалось. Глубина вспашки 20-22 сантиметра. Но больше может и не стоит. Дальше уже идет глина, суглинок и всякие сюрпризы. Тем более в этом поле очень много камней. Вот я раньше вот тут сел, там дальше мелиоративные колодцы. Собирал очень много камней. Ну, 2 года я тут арендовал эту землю. Тут камней меньше, но там в низине, наверное, их хватит. А так бывает, только защита успевает срабатывать, как грохает по корпусу. Ну что ж, вот такой краткий обзор. Всем спасибо, до свидания, всего хорошего.